Три раза бегать придется, сразу говорю. О, шакит, отлично. Не, ну просто мы должны ходить его залить, там у него, блядь, заливать всего лишь 15 нема. Типа, если мы в обычке заливали ему, блядь, в среднем ДПС 24к, мы заливали ему, блядь, за две фазы, то есть у нас было 2 перебежки. И то мы не убили его, потому что мы в ДБ попадали. Бля, что за стриптиз? Да, вот, все правильно. Ну ты смотри, ты это, я активацию не ставил, ты если что во время трая говори что-то, а я просто постараюсь побегать, чтобы сам не сдох, чтобы я сам увидел, понял. Ну тогда проверка и сам таймер, даже слот поставлю. Да, вот можешь менять, а не менять. Ну кто знает. Так, готово у нас? А, шейки, нужно еще не готово. Ну, походу, только домой залетел. Всем привет. Здорово, Саш. Я сегодня с рыбкой. Ты готов? Не ставь пока рыбу, там есть. В принципе, да. Да. Все, можно запускаю таймер. Он пропять инту, пожалуйста. Дай типа адрелян крест и инту. И на тебе даже девочку. РДД максимально подальше от него отойдите, откуда будете доставать карту. Ты рано побежали. Бля, даже я близко стал. Все-таки кружок дальше, значит. Давайте диван кому-то дам. Хилы. Диван, мастерский диван. Ну да, наследство. Обязательно наследство. Бля, мертвым не ставится, сука. Че, уходит уже денег нет с этого уровня? Да, уже есть. Че, не видел, что ли? У нас 25 уровень денег. Ну кого? Как, слезал голова на 25 уровень. Я все быстрее, да. Тролль 80 уровня. Ну, да, это паралич, да. Как не себя просто. Просто надо гильдия только хорды, только имеет 15 уровень, точнее 14. Да, не слабый, ты чё? Что я могу сказать? Побежали, забегаем, выстрел. А как вы его спулили, я что не понимаю. У тебя как ник? У меня это у кого? Ну вот у тебя, вот ты говоришь, у меня это у кого, у тебя как ник в игре? Шашлычок. А, шашлычок. Ты что, первый раз на этом сервере играешь? На X4? Да. Или на сервисе ты имеешь в виду, в общем? Не, на X4. Конечно, первый раз, у меня первый персонаж. Ну что, вот, здесь агрится босс, когда в комнате резаешь с боссом. Первый раз такой вижу, по-моему, сколько раз рассали его. Я второй раз уже вижу. Ну, мы сколько раз рассали в этой комнате, ничего он не орил, он не орился, здесь он загрелся. Бред какой-то. Это означает, что босс, наверное, с дотой с какой-то был. Кто-то его сагрил, как беснулся. Из доты просто пришел. Да. И агрится на всех теперь. Не, ну он просто обиделся на нас, походу, что мы его не убили, и решил убить нас. Как вам нововведение Сироса? Короче, понял, Влад, чутка пошире, да?
Да, все перемени. Этот трэш осторожно. Ребят, как вам этот прикол с их 463? Да, бля, хуй у меня. Пока ничего не могу на это счет сказать. С одной стороны, вроде да, вроде круто, а с другой стороны, что-то так. Ой, зря вы резко этих не вспомните. Дайте магистолик жрать после вайпа. 80 штук возьму сразу. 80 мало, бери и полностью, чтоб все сынки вторнули. Предел 80. Бля. Кому это? Рыбу, рыбу дать или что? Да нет, столик я взял. Не, рыбу тоже можешь дать. Нихуя, если ты весь стол забрал, ты говоришь, столик я взял бы. Не, 80 штрутелей оттуда я взял. А. Нафиг он еще не стол ушел. Я думал, ты тупо стол взял и ушел. Да куда я? Ну он же медведь, он может такое сделать. Так, ты переставил или что? Это пошире? Да, да, я знаю. О, шаманов перекинь к миликам. А что, этот босс фиряет или что? Нет, он на... Босс, это босс чисто тупо обычные танцы. Просто сейчас кастеры стоят на платформе максимально раньше босса, милики просто бегают. Потом наоборот, типа, босс становится на платформе, а мы все бегаем с одного конца в другой конец. Вот и все. Этот босс называется танцы. Да, ты, конечно, молодец. Просто это за... у тебя все звучит. Зачитал, я какой ты умный. Это вкратце, типа, а если делать уже именно по-умному, то... Это, он на миликов, когда он спускается, он этот... Доту накидывает, и тотемы снимает хорошо. На РДД он не кидает. Слышишь, а Аки не это, ссылку откуда читал? А рыба есть? Интересно. Вон она стоит. Бра. И баллада. Что там, свой телефон еще не зарядил, блядь? Да какой зарядил, блядь, Никит? Там пиздец, нахуй. Там 4%, он у меня разряжается, блядь. Они заряжаются. Все, все поедем, можешь этот давать таймер. Вася не рыбет. Скриню, короче, кто сдыхает на первом взрыве. Если есть холли паладин, кинь, пожалуйста, пашу штучку с Альма. И сорву нахуй. Ладно, далеко водишь. Нет, нормально. Первые траи пытайтесь именно увидеть, где эти лужи запомнить. А уж потом, когда вы уже точно уверены, уж потом пытайтесь ДПС. О, все звезды.
Бежали. Охуенно. Кайфовый босс, мне нравится. Че, пошли лоскута? Да давайте убьем его. Ну, плюс ЕП, кто выжил сейчас. Это те, кто вчера в десятке его убили. Парни, может проще поставить на танка вара метку, просто чтобы все в нем бегали? А, нет. Смотри, я не за варом бегаю, я сам бегаю по себе. Я выжил. Ну, то есть. Закрой глаза, закрой глаза. Пошли лоскута, хули, шмот выбивать пора. Потом здесь потренируемся. Тут, ну, а смысл переставить или нет? Ну, чем он это поможет? А круг он, блядь, стоит вообще на грани. Там, поэтому, как бы, если не запомнить вначале, то тяжело ориентироваться. Так мы на лоскутаете или куда, чего в ТЖК? Да пошли еще раз. Если еще там будет. Хули, два трая только сделали. А давай что убьем его, блядь, он убивается изи. Просто сейчас включимся в тактику, нормально все будет. Просто камера реально вся долить на максимум, типа вам проще будет видеть, куда она бьет, а где не бьет. Но главное, чтобы на нем на этих перепадах хотя бы человек 15 выжило просто и все. И там уже просто может его задамажить. Ну, 15 это будет мало, потому что он-то со временем мало. Опять будет телепортироваться. Смотри, 3 хила, там, допустим, 2 танка, типа, ну, один танк шикарный. И шикарно будет, типа, если мы так выживем. А у нас что просто все выжили, то есть я думаю, как бы 12 дамагеров задамажит его. Даже если долго будет бить, главное, чтобы они просто перебегали красиво. И сразу, как только мы, вот я говорю, спустили звездочку, ребят, моментально берите и спускайтесь. Нас там на платформе сейчас кто-то умер. На платформе выбрали от ОЕ, потому что босс, когда возле нас стоишь близко, он ОЕ развивает. Да, ну вот когда я говорю спускать их, я же говорю заранее, до того, как он телепортируется, потому что уже лужи не будет. За 3 секунды до телепортации, после последней лужи, я говорю спускаться вниз. Да, да, согласен. И, пожалуйста, анонсите, люди многие много взрыва не видят, поэтому анонсите взрыв, когда он произошел, чтобы люди перебегали. Это вот огромный вопрос. Вот. А моба кто-то цепанул сзади. Это ты за инс скинул, разве нет? Ой, полный не отчет написан. Нет, написано Хейган только. Написано нанесенный урон, полный отчет. Ну так это написано в Хейгана только дамаг. Когда там только в Хейгана били. Понятно. Рыба стоит, сразу ешьте. Доктор, поставь шкаф, пожалуйста. Я немножко засмотрю. А, добегай. Хуя, ты видел там ФК, как валит нахуй, че у нас? Влад, кого? Что ФК? Говорю, ты видел, блядь, как там ФК, че валит, блядь? Какой ФК? Ничего себе, а шо, его кикнули с этих, с экспириенса? А я хуй знает, я его сам сейчас глядел, видел, я думал, ты его взял, блядь. Не. А чё за чел? Как... Что? До за счастье. Да его кикнули, блядь, по-любому.
Опять забухал, походу, блядь, на РТ не пришел, он типа не... Забухал, ты хотел сказать, он не просыхал, блядь, забухал. Ну, скорее всего, да, после ФК, как сделали еще на том, когда сидел, хуярил, блядь. Блядь, и смешно, как бы, и не очень. Ну, ничего, весело было, блядь. Я с ним еще как-то это забурился в Карл на РЛ в Гере на X3 перед уходом, блядь. Ебать, я там наржался, конечно. Ой, блядь. Да, это... Да, я помню эту кару, блядь. Пиздец, нахуй. Помнишь, вон это? Дайте метку, блядь, я сейчас лучу вам, блядь. Да. А помнишь, как он, Влад, да заебал, пошли на копыта, я его соло выпилю. В Гере? Да. Я уже, блядь, там этого, друга нас в карты позвать обещался. Да, вот, он тоже обещал. А ты, пойди, ты... Слышал об этом, да? Все. Конечно. Как будто он это один раз, блядь, говорил. К сожалению, нет. Что, дают таймер? Да, все видели. Бля, пока я пытался ловить босса, брал, захуярил там как-то не себя. Ну получается так. Да чуть Геру не дали, а уже хуярим. Это чё там по Гере? А шо вам ещё и Геру надо, блядь? Желательно. Давай держи тебя в руку, чё ты что рвать? Не переживай, там. Mm-hmm. Вот это как-то нас хорошо стоят. Это не сейф агро. Это вообще-то сейчас от лужи сдохли люди. Это был рофл. Сейчас еще одну лужу, после этого перебегаем в звезды. Правда, не знаю, есть ли смысл. Ну, побегаем. Все в звездочку. Все в звездочку. Приготовились. Побежали. Так я не знаю, как он успевает, если я даже останавливаюсь. Просто, блядь. Прикольно, в печеньке помер, блядь. Сколько еще не успею, но... Успеем, блядь. Она по пингу, что ли, бьет? На самом деле, реально, камеру отдалил, вообще, изи. Да что, ложим. Давайте таким полом и попробуем убить его, ничего. 70%. Бля, ну ладно, давай попробуем. Тьфу, угорели, блядь. Последний герой. Так попробуй его чуть дальше, блядь, отвести, и тут уже почти... Да, сейчас я забыл об этом. Я забыл, что мы траем. Так, нормально? Не вешается дебаф отсюда? Нормально. Вообще заебись, блядь. Пусть бегает. Там бить можно. Миликант. А лучше миликом на платформе стоять, на помрут зато. Пану, что ты не подходишь на дома? Боюсь! После этой слезать надо будет уже.
Да, все. Все, звезды. Готовили. Побежали. Интересно. Предскажу его. Вот, сука. Надо. Даже когда не стоишь в этой щели, все равно убивает. Да? Печеньку надо правее двигать. Он не убивает. Я справа лежу. Так, ну что, сколько у нас за эту телепортацию минус? Так, у вас есть БР, он Шакита, он РСник и все друидов. Ну, который дамажит. Какой-то еще. Который хилят, не надо РС? Да, блядь, давай все по новой, ёптать, я лежу. Давайте его бить, ну что вы, блядь, гоните, блядь, ну ебать. 46% осталось. Что, не с кем ты там бьешь, блядь, с кем ты бьешь? Шашлычок сейчас вам задамажит, успокойтесь. Ну, блядь, 2.8. Шашлыка зажать надо. Пускай люди смотрят, как мы это делаем, просто запоминают. Не, серьезно, БР раздайте, убивайте. Сова, раздай, реально БР кому-то БР, да и все. Друиду, но опасный. Реаниматору можно. Реаниматор опасному даст. Опасный там кому-то даст. Опасный. Опасный даст Войду, Войд даст. Не знаю, блядь. Кому не надо. Что про опасного говорит? А Void либо Ваз, либо Юю. Лучше Юю, он получше бегает. Он как раз он холдик. Я дал опасному БР, он не встает. Да, ну, а, блядь, все, увидел, чуваки. Все, в звезды. Не и сразу упал на. Побежали. Не в таймик я встал. Далеко не убегайте. Вот, встали, оп, все, побежали назад. Встали, побежали. Встали, побежали. Побежали. Опасный побегал, класс. Побежали. Побежали. Почти, побежали. Побежали. Ну, ушли на платформу оставшиеся герои, блядь. Итого у нас 4 дамагера. Ну, все, блядь, дамажи, блядь, ну не нойте, блядь, все за дамажи. 10 тяма. Не было. Сейчас через 3 минуты будет герой, наш шаман еще живой, вообще шикарно. Блядь, чтобы еще дебаф не вешал с собой. Не веди его так далеко. Ну, чтоб на вас дебаф, блять, не вешал, как можно. Сдвинь, хули, блядь. Стрима удобнее смотреть, 10 поглядите. Через 7 минут БР откатится. Ну, ой, да, это, ну, джа... это мне Джайна. А, все, всем звезды. Это мне Джайна напоминает, кстати. Когда я на нее игру Берстучную не было. Побежали.
блядь, ну как так, нахуй, выбежал же. Вот так вот, блядь, все, нахуй. Теперь не за ДПС, правильно? Теперь не за ДПС, по-любому. ДПС, блядь, что вы здесь? Да что там, Гера сейчас откатится, БРы там туда-сюда откатятся. А кому ДПСить, Холи Палу, блядь, или кому? Сова, посмотри. Сова с Хретриком и с Крестом сейчас захерит. А БЛ кто даст, шаман мертвый? Давайте трезво на ситуацию посмотрим. За это время можно убить было два босса в мерзлесном квартале и получать шмот. Падайте, ну, либо еще раз пробуем, либо на другой квартал идем. Тихо. Ну, падайте, пробуем еще раз. Либо еще раз пробуем, либо идем на другой квартал. Потому что за это время можно два босса убить. А давайте еще раз пробуем, чтобы хотя бы все. Все, спиной вставайте, ложитесь. Ты нас предал. Я тебе не прощу. Не, просто время немного потратить. Ну если хотя бы 5 ДДшек осталось, то типа, ну хотя бы десяток ДДшек осталось. Там 2 хила. Да долго били сейчас, считаем, смотри, за вот последняя была между перебежками, вот этими, между телепортом, мы сливали 6%. То есть прикинь, сколько раз нам надо было уже бегать еще. Да, да. Что, здесь надо, чтобы максимально выжил рейд. Ну, это сейчас самый лучший трай, смотри, мы оставили 46%. Типа, если бы сейчас у нас было живо кто-то 10 дамагеров, мы бы спокойно бы его залили. Даже с одним хилом. Типа, там кастеров хилить не нужно, но только хили танка и милика, и все. Просто выживите реально от кастера. Просто выживите, блядь, и просто закастуйте его. Выживите. Ну, просто всем миликам зайти на платформу, все. Да нет, сейчас я им сейчас я им еще кружок передвинул, то они жалуются, что их кружки убивают. Не знаю, там, если, нет, там нет. Если, подождите, дайте сказать, там если чуть левее кружка, там прям рядом с кружком трещина, вот если ты в эту трещину становишься, тебя убивает. А если ты в кружочке стоишь, тебя не убивает. Я только снял кружочки. Нет, проблема не в том. И люди думают, что убило. Понимаешь, люди не понимают. Там по пингу дамажит. Да понимаешь, что там люди думают, что если они стали метку, значит они выживут. Они должны понимать, смотреть вокруг, как бьет эта лужа, запоминать. Они вот это творить, как то, что они сейчас творят. Да, блядь, сейчас они побегают еще пару вайпов и закроют, хули тут. Просто ну, есть все, у вас зачем? Время на это или нет, вот и все. Типа, это... У вас всадники убиты? Нет. Нет. Ну то типа самый следующий слежный босс будет после Хегена, это будут всадники. Тем более Хеген это самый вообще легкий босс считается. Вы просто бегаете и все. Бегать сложно. Вы еще просто Сапферона не убивали, там вообще пизда, блядь, наверное. Мне кажется, Сапферон полегче. Там легко. Особенно с ДВВ, которые Близзард выносят, блядь, в мили-зону, блядь, или в РДД-зону выносят. Бежи через полкиллов, короче. У нас был рейд, короче, гильдейский, я ходил с этими, с фрик-сквадом. Пошли. У нас челик, короче, на холле паладина. Взял тупо Близ. Этот Близзард вынес тупо через всех кастеров, полностью через всю хилозону, короче, и побежал себе на вмилизону. Ну ему говорят, долбоёб, беги в обратную сторону, он бежит, короче, через всех. Такая проблема человека, а не босс. Да, понятно, но там-то босс-то тяжелый по факту, там, то есть много чего дает. А, там же за глыбы спрятаться надо, я точно забыл. Там еще глыбы нужно не заслакать. Это самое сложное, блядь. Ну да, чтоб еще не заслакивали. Че, Протеуса сумонил? Ну что-то я не вижу его, где он. Чинилки ни у кого нету? Я поставлю сейчас добегу. О, раз, давай. Да не, у меня нет, мне надо накрафтить. Я на самом деле Киртузаду накрафтить. Я поставлю, я сказал же. Или МБ, ну, Киртузаду сделаю этого Джиса, если рецепт выбью. Ну это, на Келя пойдем добивать, я думаю, либо завтра, либо завтра. Завтра? Я думал, сегодня типа залетим, убьем Келя и разойдемся. Нет, сегодня это, нет, Христа, нет, она приедет около половины 12-го, как бы и сразу. За полчаса собрались, манули ее туда-то и все, и убили, и разошлись. Как ты думаешь, у нас 8 утра поехала на маршрутку, понял. На работу?
он на работе пробыла до 9 вечера, сейчас на метро или до маршрутки, помню, на маршрутке домой. Будет желание заходить потом? Мало ли. Не, я сразу предупреждаю, когда такие митинги. Сразу говорю, что... Ну, значит, я до завтра подам уже все профи, а то кап мастерства соберу, буду хоть ДПС. Я поставил, починьтесь. Вот возле ромбика стоит. Слева от рейда, в скобочках справа, блять. Ну, если смотреть на рейд вот с этой стороны, как я стою, то слева. Если с жопы смотреть, справа. А если вот так смотреть, то прямо. Готовность. Содю. Содиум, пан, раппа. О. Мушей. Содиум, ты тут? Это Содиум. Гена. Гена. Да он горшок пошел выносить, что-то, блядь. Да, возможно. Истинный прорейдер. Есть фразу, блядь, горшком нахуй. И когда уже много, видишь, на пойти вынести, блядь. Когда уже поднимаешься, да? Да, да, когда уже тебя приподнимает, значит пора вынести. Советы была, да? Не, это я помню, у нас чел в натуре, типа как в линейку играл. Мы там босса убивали 12 часов. И то этот чел в натуре фампер спросил. Ну, типа, ему нормально было. Чел в фампер спросил, в смысле? Ну, в прямом. 12 часов босс. Один босс. Ты это, вы что играли, блядь? В линейку. Во что? В линейку. Ебанутые люди, блядь. Ну хули, там рейды были бы по 20 часов, но в Варкрафте здесь люди еще, по крайней мере, не знают, что... Содиум, ты тут? А там, там крафтили, блядь, прям на месте. Люди успевали на работу сходить и назад прийти. Все готовы. Не пейте первые там секунды, дайте мне его, блядь, спокойно подставить. Вот, все. Сварно. Да нет, я успел. Блядь, слава ебал. Да, фану давай, а опасный расход давай. Ну, сейчас бы БВР бы дать, чтобы мы там на перефазе. Или после фазы давай. Все, побежали все звезды. Готовили. Побежали. Блять, дыра.
людей все меньше. Давайте, давайте. Ой. Не, я вообще хуйня не понял, как он меня цепанул, я прям возле Влада стоял. Возвращается. Так, смотри, даю реанимацию. Давай реанимацию, вставай. Кому-то дашь. Выживай только. Сначала выживай. Лидер дал тоже тебе. Дарте сольву, пожалуйста, по шуточку. Что-то у нас друидов больше нет. Опасный стоит. Два, две совы сзади и карту. Нет, я имею в виду мертвых. Что, баров больше не будет? Кого барить? Я вижу, что у меня есть. Бэр-то есть, скажи кого. Да, воет. Серьезно? Сейчас я поназываю кого Бэр. Не, ну в принципе двойно сейчас смысла мало было, он ДПС только не носил. Ну Бэр отдал, отдал, все, хватит. Побежали, хули стоите, ёпт. Рано еще. Рано. Да? Да, ой, нахуй. Бля, нахуй я тебя послушал, блядь. Сколько человек сдох? Благодаря Шами. Мне показалось 6 секунд, блядь, я пошел. А на 3 секунде нужно бежать. Ну еще, ёпты. Зато теперь будете знать, что рано, ёпты. Да мы знали, что рано, блядь. Так, а чё побежали? Слушай, а что за пинг был только что? Она лужа не выскочила, а потом выскочила. Берните меня, как побегаете. Кто такой меня? Ну, можно шашлычка. Хотя все маги мертвы, ну, короче, все. Это дышак, Берти. Шашлычок и White Rabbit. Топ-3 и топ-6 по ДПС. Шашлык рез. Угу, спасибо, Стал. Так. Реаниматор дал шашлыку. Опасный отдаешь на White Rabbit. Я встал, у меня шики треснул уже. Я понял, хорошо. Значит, опасный тогда отдавай на... Блять, не знаю, что... Дай им кашу что-то. Кому? Да. White Rabbit. Ушел? Да. По почте отправлял? Угу. Не знаю, давай это, вазу, ну, вазу потом БР. Давайте, не слакайте, ничего, буду сейчас убью меня. Нихуя. Убили, проверяйте. А как тебя так сдуло, блядь? Ну, засчитала, что я под лужей, учитывая, что лужа, вон, смотри, от моего трупа, видишь, где трещина за мной? Ну, вот это я так тоже умираю. Если... Прям тут... И меня просто, блядь, убило нахуй. Я прямо возле тебя умер. Тебе же Влад говорит, печеньки убивают, а ты не веришь. Подходите, гос, падайте. Че, еще побежим разок? Ну да, давай еще раз. А мы убиваем, у нас 40% осталось. Типа убить там его не был шот, просто надо, чтобы люди буквально бегали. Ну короче, шаману не верим теперь. Да вообще, по-любому, типа, не слушайте никого, кроме Релла. Он сказал, перебежите, смотрите, перебегайте. То есть, когда фаза телепортации, там 3 секунды, там 2 раза нужно въебать, а потом только бежите. Ну, мне сейчас добавим правильно сказать, это сейчас не игра, блядь, это можно просто ливать, блядь. Да пошли они просто нахуй. Блядь. Начинается, блядь. ВП, блядь, ёбаная, блядь. Ты о чём? Тут, сука, пидор на, какой-то на ханте вообще охуел, блядь. Стоят, нахуй. Я не разрешал уходить. Чё, там фьюж зашёл, что ли, блядь? Там ПВП головного мозга. Как да ты нет, говорил нет, вчера, нет. Рейды собирать на зачистку Накса, да? Да, да, на зачистку входа.
Ну чё, мы вчера вон полферона закрыли, потом все десятки вышли, отхуярили всех аликов, которые под входом стояли, и ушли. Правильно, что сделать? Теперь пидоры вообще уже охуели с утра, блядь, расслабились нахуй. Но только я не понял, как там один момент сработал. Подставили порт, я портаюсь в Даларан, оказываюсь в Даларане, в святилище. Проходит секунда, у меня прогрузка, я возвращаюсь под ворота Накса и меня убивают. Это что за нахуй? Это, блядь, это что такое? Декабл. А, то есть, когда я заходил в портал, он кинул грип, такой, нет, ты не уйдешь. И я такой, возвращаюсь в Даларан, по-моему, грип через, блядь, две локации, нахуй, прилетаю обратно, да? Нови первый инт выиграли, типа, и хук на полкарты. СС кому-то давал, типа? Мы же не сказали. Знаешь, не давал. Бля, я только заметил, что у нас ни одного роги нет. И ханта. Ну, у нас нету на пол. Ты думаешь, почему, блядь, срываете так нам? Как думаешь, кому СССР дружки какому-то дать? Да, он, блядь, не матовый у нас, блядь, нет. Фиком отдай, нахуй. Мне опять пересаживаться на ханта? Да не, видишь, у нас сегодня просто этот поебал. Вообще, даже, вот вы убивали собаку еще или нет? Ну, в десятке мы все закрыли, кроме пели. Ну, хотя, в принципе, тут собака, как зомби, может и маги катить, в принципе. Ну, как бы да. Хоть не особо такой роли будет играть. Ну, во-первых, маги катить, а во-вторых, у вас там один танк будет. Да там дело не в танках, там дело в том, что просто перемражу, что не убегать. Так ловушки просто трапа есть, этот этот файлер. Просто трапа. А, не поставь сейчас, ну. Ноги, ну, короче, ноги. Через 20 минут уходит Сата. Он до этого времени играет. Надо будет кого-то искать. Да, проще потом будет добрать, тем более вы не на холл закрылись, если что доберете, то вот. Сейчас главное... А что там это, где, на Лакрин будет сегодня? Не, я сегодня начинаю. Можно было... Кто такой Сата? ДК. ДК или ДД? ДД. А, ну если ДД, типа можно будет кого-то хантарин или рога добрать. Потому что на Лотхибе, смотри, на Лотхибе, там будет такой прикол, что там тупо ДПС будет сидеть от магов. И если лок нормальный, то это лока. Поэтому агрос танка будет срываться просто по КД, потому что он там сбрасывается на моменты. И потом придется в любом случае ханта иметь какой-то рог. Лучше разбойника, потому что разбойник, он быстрее корону набивает, чем хант. Содиум, что там готов? Содиум готов. Пован готов. Сейчас все готовы. Блять, я сел хавать, но в итоге призвал мага, блять, охуенно. Да, я тоже что-то прихуел чуть. Давайте. Ну, блядь. Маг за мага за основу взят. Еще раз чекнули, блядь. Это уже запал. Ума палата, ну. Аж только поговорили, что на пула нету. Ну, во-первых, на пула нету, во-вторых, еще перед тем тайм я сказал, ребят, пула не вливайтесь, дайте мне 5 секунд. Я даже не влился, блядь, я просто, блядь, подбежал и умер. Пиздишь. О, опасно есть, БР. Дай-ка я пробежку выйду. Опасно, дай ему потом БР. Есть распушка, видимо, сама кастанулась, да? Ура.
в каком случае деретесь, когда надо перебежать, блядь, медведь? Я взвезду. Я взвезду. Побежали. Тихо. Войд БР Чешучка, Апас БР Кадырова. Сорян, у меня БР нету. Понял, ладно. Ждем БР тогда реаниматора еще. А мы че Геру так? Да Геру на Акула было хватит. Пока скажу. Сейчас можешь, в принципе, дать Геру, там у нас времени еще дохуя. Да, да, Геру. Дали Геру. Вот. Так. Ебаш. Закроемся, пока не идем, ждем. Сейчас еще раз поведет, и потом передвигаем. Все, всем немножечко. Пробафайте просто шашлычка. Готовим. Забег. Дай, а он дэйв. Блядь. Так. Это нормально, блядь. Так. Блядь, что еще? РТДш, блядь, с Кадыром. Да нету больше РТДш. Все, он так, Кадыров. Кадыров, блядь, постоянно вздыхает. Там делает. Все, не тратьте БР, оставьте. Да, оставьте, пригодится. Сейчас Ардур начнет дамажить. Отвечаешь? Чикай. Ребята, убейте лишний пул сейчас, вот реально в данный момент убейте. Еще раз сейчас поедет, а потом сбегаемся, все бьем. Все, всем здесь был. Блять. Дебаф слевет. Приготовим. ССКД? Побежали.
Сейчас главное не сум, блядь, не сдохнуть. Ну как, блядь? Меньший радиус берите бегать, ближе к платформе, легче будет. Шейкель, да, и по шучку от СБР. Опять же раз, если. Как подгорел? Да, там сгорел по шут, блядь. Новый надо. А чё ты, легкий босс, просто бегать, чё ты, в чём проблема? Всё, успокойтесь. Попробуем добить сейчас. Не, еще один будет, БР откатится через 5 минут. Не, 5 минут, пожалуйста, не деньги. Дайте Геру резну там, что ли. Камушек вышку. Он вейт там тоже резли. Да не тратьте Геру, ну ты чё. Ну ладно. Там сейчас откатится, упроушен. Да пусть дадут. А почему-то иногда, когда он перебегает, мимо летят снаряды, типа. Угу. При том, что... Ну, тут я ж не могу знать все вейт-зоны, но... Поэтому вожу как, блядь, удобно. Да нет, это не претензия, что... Это больше, ну, механики. Таксируют. Угу. Да тут побежали все в звезду, все в звезду, все в звезду. Никто не воин дебаф, блядь. Угу. Все, встали. И готовили. Побежали. Назад. Не заберешь был да, да. Да. Я вообще в единях был от слегка. Я сам сдох, блядь, сука. Собрал, блядь. На меня бежит. Что там, Юю, забери, потанчи. Блядь, БРов нет. Че по КД БРов у вас? Подолго еще. Переводи. Побежали. Снимки Юю, блядь. Ой, еще раз, нахуй, ляма стали. Вот. Стата, ну таунт, блядь. Стата. Хуяр тим на платформе, блядь. Кто опасный? Давай, орехи. Там не убьем его, там кас, у нас смотри, какой долгий. Все, еще раз. Да. Ладно, еще один, блядь. А как он на фланга сложил, что я не понял? Я хуй его знаю. Я дело в том, что типа, стоял. Он типа в чем прикол, он еще режет хп типа миликом, он очень сильно хп режет миликом. И поэтому вот тебя могу закрыть жизнь. Ну там типа с них еще снимают, да, там ты заметил? Тотемы снимают на пробежках, снимают видео, нет? Ну мы его били сейчас 10 минут, типа, нашим составом. Ну нормально, давай. Извержение, уебал. Сейчас на первом, на первой беготне еще меньше на 2-3 человека упадет, еще лучше будет. Этот лям добьем как раз. А он как-то странно бьет, ты типа отбегаешь, но все равно убивает тебя. Там, блядь, просто понимаешь, я смотрел, короче, правильный, как его, этот, правильный линии, там по ебанутым они стоят. То есть то, что ты не смотри, то, что они с какой-то вылазят прощелин. Там есть определенный фрейм у босса, точнее у этих луж, которые бьют. То есть пол сам, определенный фрейм. Там, блядь, у первого пола, понимаешь, кстати, у первого пола. У первого пола там, короче, там ебанутейшая, короче. У второго пола там вообще, блин, 2 метра, чтоб ты понимал. Трэш у третьего побью. Пола 3 метра. А у четвертого, пятого, там, точно у четвертого, там вообще тоже целый долларан можно построить. Собирайтесь сюда, к ромбику. Трэш сейчас побьем, чтобы нам проще было бегать. Можно с бега починить? Конечно. Да там этот, а он ты поставишь, хламопота есть? Там поставят хламопота, иди сюда. А, я поставлю, да. Спасибо. Есть там кто-то забрать? Или из памяти чат? Ну, чай с печенюхами покушали. Может это?
Увеличение нельзя, увеличение я сам делал своими руками по бабушке домой цепь. Своими руками. Продолжим маски смотрим. Он какой-то хант Виканя 199 из гильдии, не? А чё там фьюдж? Да нихуя, пробку берем. Он кусок лапши какой-то, Саня Элем вместе трейд. Кусок что-то говорил, блядь, что-то так это... Ну-ка, сейчас напишу. Так, а Виканя этот хант, он не подходит или что? Написал тоже сейчас. Не знаю, что она была, нет в Максе. А что там, кто отвалился? ДК. Да у нас Стаса отвалился. Ну, в принципе, от него и ДПСа немного было. Можно и так пойти. Трэш погнали был, пока, да. Погнали пока трэш, да. У нас боровых бро, короче. Это. Понимаешь, вот ты упал, я отвлекся, что сейчас надо босса там просто повернул камеру на него, и вот этот полсекунды хватило заплакать, чтобы с жопой, сука, в луже зацепиться, блядь. Это надо, блядь, так собрано на эти лужи смотреть, это пиздец. Да ты просто босса всегда в таргете держи, да и все. Да он и так был в таргете, просто я говорю, вот этот момент. Полсекунды только решила. А чё, куда бра дел? Бра-бро. Бра, не знаю. Бра в 10. Ой, читай ПЭ. Я вижу. Она в инсте ещё? Да, она вот спрашивает, ливать ей или нет. А можно теперь джипсы поставить? Ставим джипсы или нет? Да пусть проносит покаин, сейчас вон это брали, если зайдет, тогда пусть сливает. Сейчас там у нее новос. Это у кого, у ханта? Не, у ШП. Кстати, хантов сейчас вообще реально мало, очень мало, блядь, никто не ходит за них играть, блядь. Может быть, если маски купить. Хотите вам прикол скажу, что такое? Если бы сейчас не пофиксили, кого этот Макс, типа не добавили 20% против всем боссам, мы бы уже убили этого Гейгана. Ну так конечно они будут добавлять, блять, если люди уже закрывали. Ну, да. Так, а они, ну, я не знаю, просто сразу были апнутые боссы или апнули после ФК? После ФК апнули, типа, написали такую хуйню, типа, что вот, якобы, вы очень сильно быстро закрыли, мы этому удивились, поэтому мы решили вам, типа, боссов чуть-чуть апнуть 20%, типа. Им ФК сняли? Не, ФК ставили, хотя мы на следующий день мы гильдо закрывали уже, мы сделали вторые убийства, короче, это 25-ки, то есть закрыли 25-ку вторыми, и нам ФК не дали, а им дали. Хотя должны были у них забрать и нам отдать, потому что мы убили босса. Ну, да, ну хорошо, но было бы у них больше хп. Ну, блядь, закрыли бы они за 2,5 часа. Все равно парни там молодцы. Не, я не спорю, да, не красав, потому что они по времени не очень быстро. Я сидел как раз, ну, я в вейкапах на X3 был в гильдии, то есть они тоже сделали. Я сидел, короче, слушал, как они проходили, это вообще забей, там, блядь, срач. Уже ливать хотели. Ты не был просто беги, блядь, а слава. Это, понимаешь, это рейд, да, ты два мозгу, когда все пиздят, кого контакты, бра, есть, он зайдет, нет?